поняли, что речь идет не просто о территории, которой у нас достаточно. Речь идет об исторических истоках. «Война и мир» в эфире. Украина открывает против России новый фронт. Гаагский. Киев подал в Гаагский трибунал материалы на российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Мол, ничего личного, это война. Напротив, в Украине считают, что на личности перешел как раз сам Путин, признав, что это он спасал Виктора Януковича от физического уничтожения. И это он распорядился провести операцию по возвращению Крыма в состав России. Причем это было сделано публично, на весь мир, в фильме, который на федеральном канале назвали документальным. Вообще не факт, что судьи в Гааге примут киевские документы к рассмотрению. Там, кстати, уже лежат материалы по Виктору Януковичу, и пока никакого прогресса. Но если там все-таки решаться на этот шаг, то тогда в Гаагу на допрос должны будут вызвать самого Путина. Как вы думаете, поедет он туда? Наверняка скажет, что у него плотный график, как всегда. И вот что в такой ситуации будет делать гаагское правосудие? А ничего не будет. Будет многозначительно молчать, чтобы окончательно не ударить в грязь лицом, пока в России масштабно отмечают годовщину присоединения Крыма. Аркадий Цирюльников стал свидетелем нового российского праздника. Того самого Большого Москворецкого моста, на котором ровно 3 недели назад убили Бориса Немцова, толпы собравшихся смотрят праздничный концерт на Васильевском спуске, где гимн России, в числе прочих, исполняет лично Путин. Ура патриотическому лозунгу «Крым наш» ровно год. Примерно столько же и антиукраинской истерии. Общая гордость и общее негодование – прекрасный фундамент для сплочения нации и для слипания всех парламентских фракций от коммунистов до ЛДПРовцев в единый ком с одинаковой риторикой. Сегодня в Киеве захватила власть хунта. Она не желает мира и добра. Многотысячную аудиторию, как и водится на провластных акциях, собирали за деньги. Сайт массовки.ру, при помощи которого телепродюсеры зазывают зрителей на ток-шоу, загодя был полон предложений за вознаграждение в 5 с небольшим долларов посетить торжество на Красной площади. Прекрасный шанс увидеть живьем звезд эстрады и самого президента, в чьей речи проскользнула самокритичная и неожиданная оговорка. Мы будем преодолевать трудности, которые мы с вами так легко создаем сами для себя в течение всего последнего времени. Рукотворных трудностей немало. Прошлогодняя «Крымская весна» обошлась российскому бюджету в 2,5 миллиарда долларов. Сумму в 4 раза больше еще планируется потратить на развитие полуострова в ближайшие 5 лет. Но это лишь цветочки. За Крым мы получили санкции, причем достаточно чувствительные, я считаю, которые сказываются на экономической ситуации. Но она и так у нас ухудшалась до крымских событий. Но из-за того, что произошло, все резко ускорилось. Падение производства, отсутствие инвестиций и много чего. Много чего – это кризис, отток капиталов, обесценивание рубля, безработица, сокращение зарплат, рост цен. Словом, все то, отсутствие чего в противовес лихим 90-м, власти ставили себе в заслугу еще пару лет назад. Год спустя после крымских событий на Тверской, главной улице Москвы, полным-полно заколоченных витрин. Один за другим закрываются роскошные магазины, уходит крупный иностранный бизнес, сети ресторанов, печатные издания, лейблы модной одежды, автомобильные марки. Словно при урочив свое решение к годовщине присоединения Крыма, о прекращении деятельности в России заявили сразу 3 крупных игрока на авторынке. Немецкий «Опель», американский «Шевроле» и корейский «Санъёнг». Заглушить горечь утрат можно лишь массированной пропагандой. Канал «Россия» порадовал зрителей полнометражным высокобюджетным блокбастером с президентом Путиным в главной роли. «Крым. Путь на родину» – фильм документальный, но с масштабными постановочными эпизодами, трюками и каскадерами.
Однако ощущение настоящего триллера рождают не вертолетные съемки, массовки и реконструкции батальных сцен, а диалог Путина с ведущим о том, что ровно год назад из-за Крыма угроза Третьей мировой войны была реальной как никогда. Означает ли это то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать, мы были готовы к самому неблагоприятному развитию событий. Мимолетное откровение, стоящее 2,5 часов экранного времени. Из всего бесконечного фильма в сознание зрителей впечатались только эти слова. Мы готовы были это сделать. У кого-то они вызвали ужас, у кого-то очередной прилив патриотизма. Люди верят, по-прежнему верят, весь год верят, что наконец мы участвуем в огромном геополитическом соревновании. Олимпиада продолжается, на сей раз это Олимпиада Россия-Америка. И вот этот вот олимпийский азарт очень бодрит население. Население Германии в 1941-м бодрили сразу два фильма. «Люди в бурю» о противостоянии немцев и сербов, проживающих на территории Австрии, и «Возвращение домой» о дискриминации немцев в довоенной Польше. Телепроект «Крым. Путь на родину» и проблематикой и названием похож на ремейк первых двух кинокартин. В гитлеровской Германии, в Третьем Рейхе, этот тренд назывался «Путь на родину». Очень много этот лозунг, или я не знаю, как еще по-другому сказать, значит, фиксировался в прессе и, конечно, по радио. Собирание немецкого мира закончилось в свое время весьма плачевно. Праздничному русскому миру, о котором активно заговорили после присоединения Крыма, никуда не деться от своей темной стороны, охваченного войной Донбасса. Войне этой скоро тоже исполнится год. Пока остается только гадать, будут ли столь же масштабно отмечать в Москве и эту печальную годовщину. Аркадий Цирульников, Алиса Шамир и Павел Глазунов. Специально для программы «Война и мир».